На арену Омск не пустили талисман команды «Акбарс», при том, что маскот «Авангарда» там присутствовал. Скандал разыгрался накануне 5-го матча полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции, где в очередной раз встречаются омский «Авангард» и казанский «Акбарс». На официальном паблике ВКонтакте казанцев сообщается, что, руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб «Авангард», цитирую, «принял решение не пустить в арену талисман команды «Айсбарса», так как он является, цитирую, еще раз зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо». Что же касается маскота омского клуба, то он имеет право проходить на арену, так как является артистом, а не зрителем. Таков регламент КХЛ.